на должность массажиста. Я... А, окей, вопрос. Алло. Алло. Да, как вас зовут? Алена. Алена, сколько вам лет? 17. 17 лет. Ну, вы какие-то курсы заканчивали? Нет, но у вас была прописана вакансия, что вы можете делать обучающие курсы. Ну, в принципе, можно. А где вы живете, учитесь? В каком районе? На Орджоникидзевском, но я могу подъехать в любое место, какое вам удобно. Я понял. А можете завтра подъехать на собеседование в 10 часов по адресу улица Котлова, 108? Котлова? Да, улица Котлова, 108. 10, если что-то у вас поменяется, там предупредите, позвоните. А документы какие брать с собой? Ну, просто придете, пообщаемся, я вам покажу кабинет. Сертификат даже у вас нету никаких по обучению. Нет. Пока просто. А там, если придем к какому-то знаменателю, будете тогда работать уже, все документы принесете уже. Пока ничего не надо принести. А можно в понедельник или вам неудобно? Что-что? В понедельник приехать. Понедельник, давайте тогда завтра созвонимся насчет понедельника. Ага, хорошо, все. Алена, можно будет попросить выслать фотографию свою? Я вышлю вам сейчас смс-ка почту. Не сложно будет? Да, хорошо. Все, подожду фотографию и завтра созвонимся. Угу, до свидания. Все, до свидания.